Пожар можно потушить одним стаканом воды. Главное сделать это вовремя. Неосторожное обращение с огнем и несоблюдение мер противопожарной безопасности являются основными причинами возгораний. Сегодня в правительстве Новосибирской области подвели итоги деятельности регионального МЧС в текущем году и поставили задачи на 2017. Подробнее Алексей Кузьмин. В ежегодном смотре конкурсе защитных сооружений гражданской обороны на территории Новосибирской области призовые места по трем номинациям достались Искитимскому району. А лучшим руководителям службы глава региона вручил грамоты. Мы продвинулись в вопросах безопасности, обеспечения и профилактики первично. Вот, поэтому есть снижение и в процентах, и в количестве, и в качестве вопросов. Но в то же время, как всегда, есть и над чем работать. Продолжать работать и находить новые, более эффективные управленческие решения. Я думаю, что мы хорошо продвинулись, и сейчас вот идет просто в эти дни запуск системы 112. Система 112 будет работать не только в мегаполисе, но и в районах области. В муниципальных районах вводят должности диспетчеров. Кандидаты сейчас учатся. Региональная МЧС уже закупила беспилотные летательные аппараты большого радиуса действия. Они позволят контролировать ситуацию во время паводка и лесных пожаров. Водооткачивающие станции, установлено 10 постов противопожарной службы. Основное направление будущего года – предотвращение чрезвычайных ситуаций. Подобная практика дает свои результаты. Количественные показатели снижения гибели людей в 2016 году практически на 11% по сравнению с прошлым годом. Гибели на воде на 36% практически процентов по сравнению с прошлым годом. Уменьшение ущерба и так далее. Конечно, это все единые звенья, единые цепи вот этих важнейших мероприятий, которые проводятся в области. И нет у меня сомнений, что под руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям субъекта эта работа будет продолжена, и более высокие результаты не замедлят показать уже в первом квартале, в первом полугодии 2017 года. В следующем году реализуют программу «Безопасный город» по четырем направлениям. Безопасность на транспорте, экологическая, безопасность населения и инфраструктуры, координация и взаимодействие служб и ведомств. В планах приобрести технику, которая позволит проводить спасательные операции в минусовые температуры в ночное время. Более пристальное внимание уделяют аварийно-спасательным службам ЖКХ, энергетики, СИБЭКа. Алексей Кузьмин, Андрей Дулепов. Новости ОТС.